Давай продолжим тему Мюнхенской конференции. Действительно, мы только что эксклюзив увидели. Аннелена Бербок как раз следовала для выступления. Это министр иностранных дел Германии. Два дня, которые посвящены, как вы понимаете, логично, в войне, в самом центре Европы, в войне России против Украины. Все абсолютно обеспокоены этим вопросом. В том числе председатель сам Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что Россия должна провести, внимание, депутинизацию. То есть путинский режим должен уйти от власти, если простыми словами. Об этом пишет Европейская газета. Этот термин базуется на денацификации, которую провели союзники после поражения Германии во Второй мировой войне и, по сути, после падения нацистского режима. И как вы понимаете, что, используя термин депутинизация, речь идет фактически о том, чтобы вот этот вот путинский нацизм в России просто закончить как явление. В этом стоит основная задача и, наверное, цели на ближайший год, которые обсуждают между собой спикеры. Ну да, и вот сейчас давайте этот аспект в том числе мы обговорим с Питером Залмаевым, директором Евразийской демократической инициативы. Питер, здравствуйте, громадное спасибо, что нашли время. Добрый день, друзья. Рады вас видеть. И скажите, пожалуйста, ну что ж, Кристоф Хойсген, ну на самом деле такое знаковое, нам кажется, заявление относительно депутинизации Российской Федерации, прежде чем российско-немецкие отношения смогут хотя бы как-то возродиться. Что скажете на сей счет, Питер, вот по вашему мнению? Очень интересно ваше мнение. Действительно важное заявление, учитывая, что, в принципе, это дебют Кристофера Хойсгена. Он взял бразды правления, который передал ему бессменный директор Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер. И вот то, что говорит Хойсген, ну, это, знаете, очень хороший такой задел, хорошее очень начало. Учитывая, что, собственно, вообще не просто немецкий политикум, но немецкий политикум, как он был представлен именно руководством Мюнхенской конференции безопасности, это такая школа реал-политик, это школа, которая считала, что только вовлекая Россию, Российскую Федерацию в структуры, бизнес-структуры, энергетические связи и так далее, только диалог, как мы говорили, может служить вопросу безопасности на континенте, что с Россией нужно говорить, с Россией нужно дружить. И вот то, что сказал Хойсген, это действительно свидетельствует о том, что в Германии все-таки проснулись и поняли, что с Путиным договариваться ни о чем нельзя. Что сказал Шольц, мы услышали от Шольца, что только увеличением и ускорением военной помощи Украине мы добьемся скорейшего конца, окончания этой войны. Есть, разумеется, друзья, есть проблемы, увы, и в немецкой позиции не все так однозначно. Тот же Шольц в той же речи сказал, что все равно мы должны балансировать и не допускать эскалации. Опять это злополучное слово «эскалация», это боязнь эскалации со страной, которая, ну, это первое такое вот противостояние после Второй мировой войны, страной-агрессором, которая вооружена ядерной, то есть имеет ядерное вооружение. И это, к сожалению, мы продолжаем слышать. В некоторых беседах, которые я имел вчера, тот же Майкл Макфол, известный вам бывший посол США в России, вот он сказал, что мы должны избавиться вообще в нашем вокабуляре от слова «эскалация», перестать об этом говорить, перестать думать о красных линиях Путина. Пусть Путин думает об этих красных линиях. Выстраивание своей стратегии, да, постоянно думая про красные линии противника, вам любой скажет, стратег военный в том числе, что это неправильная, заведомо неправильная позиция. Вот это пока мы еще слышим, увы. Но, тем не менее, в целом, я скажу, что по риторике Мюнхенской конференции все, что мы должны были услышать, мы услышали. И вчера на пресс-конференции с украинским журналистом Дмитро Кулеба, украинский министр иностранных дел, сказал, что, друзья, ну, по сути, и вопрос истребителей для Украины, и даже вопрос атакабов, дальнобойных ракет, по сути, уже решен. Просто мы еще пока решений этих не слышали, но есть понимание того, что все-таки Украине будут даны и эти виды вооружения. Ну, давайте, Питер, отметим выступление Эммануэля Макрона. Мы не раз его показывали только что в эфире на полиэкране. Он сказал, ну, в принципе, тоже такую, да, довольно эволюционную, как для Франции, речь. Помните, с чего мы начинали? Давайте Путину не давать, дадим возможность сохранить лицо.
И вот основные тезисы, которые я себе выписал, переговоры могут проходить только на условиях, которые выберет себе Украина. Это какие-либо переговоры о завершении войны. На данный момент Эммануэль Макрон не видит никаких сподвижек для переговоров. И в том числе он сказал, что ближайшие недели и месяцы будут решающими. Поэтому нужно максимально увеличить помощь. Как вам выступление Макрона? Вот раз мы как бы по Шольцу так и его тезисам прошлись, расскажите, что вам запомнилось? Опять называется не без хвостика, опять не все однозначно. И в той же речи он тоже заявил, что как-то мы все равно должны продолжать диалог. То есть это известная французская позиция. Но что примечательно, что, собственно, ну вы знаете вообще, возвращаясь к теме самого фундамента, на чем стоит Европейский Союз, это, собственно, союз, главный союз между Францией и Германией. Это извечные антагонисты и, собственно, по сути, с тем, чтобы не воевали эти две страны, и был создан Европейский Союз. Такая неофициальная причина. И вот тут мы видим на вопросе Украины очень такое здоровая конкуренция, здоровое соревнование между Германией и Францией по теме, кто из них, из президентов, из канцлеров Шольц или Макрон, скажет наиболее радикальную, наиболее проукраинскую вещь. Потому что тут речь идет, разумеется, и о лидерстве на европейском континенте. То, что вменяют и Германия, и Франция, в том числе наши американские партнеры, Белый дом, то, что Германия, по сути, ведет сзади, что называется, leading from behind, не занимает ту позицию, которую оправдывает и которую просто диктует размер и населения Германии, и экономика. Это самое, разумеется, важное, самое весомая, самая влиятельная страна на континенте. И вот мы видим сейчас, что между Макроном и Шольцем идет определенное соревнование за то, кто будет настоящий европейский лидер. Потому что, собственно, есть понимание того, что и рассчитывать, продолжать на поддержку, такую безусловную поддержку американской военной машины, я сейчас имею в виду Пентагон, и, разумеется, членство в НАТО, и тот факт, что европейцы сколько лет уже, сколько десятилетий не вытягивают свою долю контрибуции в НАТО, об этом еще Дональд Трамп говорил, что, ребята, начните платить хотя бы 2% от своего бюджета на оборонку. Это так называемый umbrella, зонтик безопасности, который Европа получает от НАТО, где главенствует США. Вот это, скажем так, лафа. Вот эти времена, они уже закончились, они это понимают. И что сейчас, если Байден, администрация Белого дома в руках демократов, она продолжает поддерживать Украину, Нижняя палата уже в руках республиканцев, и мы не знаем, кто победит в 2024 году. И вот это будет ключевой момент. Если Путин надеется затянуть эту войну до 2024 года, тогда будет вопрос объема помощи США. И вот тут, возможно, придется заступить на место США в Европе. Пока мы не там еще, не в этом месте. Пока мы не дошли до этой точки, где оборонные комплексы и Франции, и Германии соответствуют моменту, соответствуют вызовам. Об этом сейчас речь. Потому что Путин, опять-таки, надеется пересидеть западных лидеров. Путин надеется, что оборонка России выдержит. Идет попытка перевести экономику на военные рельсы, а вот все один за другим западные лидеры, об этом было сказано на Минской конференции, понимают, что пока увы, западные ВПК отстают от тех вызовов, с которыми сталкивается Украина. Опять-таки, вы, возможно, уже слышали эту цифру, но Украина выстреливает за один день артиллерии больше, чем такая страна, европейская страна среднего размера. Вот об этом и идет речь сейчас. Все заявления, то, что мы слышали, это хорошо, но реальный барометр того, реальная метрика того, насколько европейцы готовы поддерживать Украину до победного конца, это на самом деле измеряется уровнем их ВПК, мощностью их ВПК, который готов будет поддерживать войну без привлечения, скажу, добра против зла. И вот, по крайней мере, это мы услышали. Мы услышали, что война в Украине – это война не сугубо между какими-то дикими славянскими племенами. Война в Украине – это война за ваши, мы говорим, европейцам ценности. Европейцы эту мантру поддержали. Вот теперь нужно поддержать уже не только словами, а и делом. Ну, Олаф Шольц сказал как раз, как бы предугадывая эту критику в свой адрес, что в долгосрочной перспективе Германия до 2% от ВВП увеличит как раз расходы на оборонный сектор. Поэтому я так понимаю, что сподвижки какие-то есть, и это очень хорошо.
Питер, а позвольте вас спрошу. Да, или вы хотели дать ремарку свою, просто хотел вам... Окей. Есть еще информация о том, что различные политики как раз на этой конференции из Европы и США требовали уголовного преследования Путина. По мнению участников конференции, это я сейчас вот на Радио Свобода читаю статью, необходимо привести Россию президента к ответственности за совершенные военные преступления. Ну, тут как бы все понятно. А действительно были такие заявления, скажите, и как бы последовали за ними какие-то, ну, не знаю, не то чтобы действия, но были ли они подхвачены, что именно уголовное преследование Путина должно быть в различных странах? Ну, знаете, перед тем, как я это прокомментирую, нужно понимать, что и все понимают, что ожидать сербского сценария, когда сербы, по сути, выдали своего военного преступника Милорада Милошевича суду в Гааге и других, Караджича и так далее, наверное, будет наивно, что, возможно, речь идет о суде в отсутствии, in absentia, как это говорят в латыни. Тем не менее, это не отменяет важность справедливости судебной в деле военных преступлений России в Украине. Поэтому, да, эта тема обсуждается даже в отрыве от того, насколько реалистично ожидать, что Путин предстанет перед международным судом. Я вам скажу больше, я не могу называть сейчас имена, но у нас были встречи здесь с членами Бундестага, и в Бундестаге сейчас рассматривается вопрос именно того, о чем вы меня спросили, вопрос именно уголовного международного суда над Путиным и его режимом. Речь сейчас пока не идет сугубо о Гааге, и, возможно, вообще о Гааге речь не идет, потому что суть преступления такова, и контекст таков, что, возможно, будет выработан или будет попытка выработать какой-то отдельный ад-хок, что называется, механизм, конкретно под ситуацию Международного суда, трибунала над военными, российскими военными преступниками. То есть мы сейчас не говорим про Гаагу. И вот буквально через 40 минут начнется традиционный украинский обед, который традиционно организовывается фондом Виктора Пинчука, украинского бизнесмена и мецената. И там будет присутствовать несколько глав государств, в том числе новоиспеченный президент, пока еще не вошедший в должность, Петр Павел Чехии. Будут премьер-министры и Финляндии, и Швеции, и Дании. Это все очень важные сейчас игроки как раз по теме международного трибунала. Страны Скандинавии, знаете, Польша и страны Балтии являются самыми, разумеется, активными саппортерами, то есть сторонниками идеи начать процесс, этот трибунал до, разумеется, еще окончания войны. Поэтому тема эта не табуирована, но пока находится еще, скажем так, в начальной фазе. Питер, спасибо вам громадное. Мы продолжаем держать руку на пульсе событий, в том числе и с вашей помощью, безусловно, человеком, который находится непосредственно на месте событий. Это была интереснейшая беседа. С нами был Питер Залмаев, директор Евразийской демократической инициативы.